И снова сигарета, и снова жертвы. На сей раз в Жлобинском районе. Считается, что именно оставленный без присмотра окурок вывел огонь за границы дозволенного в деревне Пекаличи. Жилой дом поглотила стихия. Крыша, не выдержав напора, рухнула. Под завалами пожарные обнаружили тело 59-летнего мужчины. Со слов соседей, он характеризовался посредственно, курил, периодически употреблял спиртные напитки. Причина пожара устанавливается. Среди основных версий – неосторожность при курении.